Всем привет, меня зовут Анастасия Смирнова, я работаю в маркетинге рекламной сети Яндекса для площадок, и в этом видео я расскажу про причину отклонения «Сайт содержит потенциально вредоносное ПО». Если ваш сайт отклонили по этой причине, это значит, что работа с сайтом может быть небезопасна для устройства пользователя. Сайт не должен содержать вредоносный контент, вирусы, редиректы на сторонние небезопасные сайты и создавать любые другие угрозы для пользователя. Например, сайт будет отклонен, если при открытии сайта браузер или антивирус показывают наличие угрозы. Что же делать, если все же ваш сайт был отклонен по этой причине? Проверьте, что сайт работает корректно и не является потенциально вредоносным. В этом вам поможет сервис Webmaster, где вы сможете проверить страницы на предмет заражения. После того, как проблема будет исправлена, отправьте сайт на модерацию. Это можно сделать самостоятельно в интерфейсе рекламной сети Яндекса, нажав на кнопку «Отправить на модерацию». Кнопка будет активна через один день после отклонения. Я надеюсь, этот ролик помог вам. Если у вас возникнут уточняющие вопросы, напишите нам через форму обратной связи. Все ссылки вы найдете в описании. А на этом все. Увидимся в других роликах.